Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 успешно завершил кругосветное путешествие. Воздушное судно под управлением Бертрана Пикара под овации зрителей приземлилось в Абу-Даби. Путь занял 1 год и 3 месяца. За это время экипаж сделал остановки в 15 странах мира. Стоит отметить, что кругосветка заняла чуть дольше, чем планировали организаторы. Несколько раз прилеты переносились из-за непогоды и технических неполадок. Что касается самого транспортного средства, размах его крыльев превышает 72 метра. Весит оно всего 2 с небольшим тонны. На самолете установлено более 17 тысяч солнечных батарей. Они питают 4 электромотора, а крейсерская скорость составляет порядка 140 км в час.